Тоника, Орфей Рожен, Урал 650, Аккорд Бас. Все эти названия скажут о многом любителям и ценителям электронных гитар. Личная коллекция Алексея Челюканова представлена в Одинцовском историко-краеведческом музее впервые. Всего у Алексея в арсенале 59 электронных гитар, но в музее выставлено 47 экспонатов. У каждой есть своя история появления и производства. Коллекционер признался, с чего началась его страстная любовь к гитарам. Мечтал о другой гитаре, Yolanda The Bass. Но в те времена это было практически нереально ее купить. Соответственно, я ее тогда так и не купил. Вот, вот она у меня на галстуке даже изображена. Значит, а потом я ее лет 10 назад случайным образом как бы купил. И, собственно говоря, с этого и началось именно коллекционирование. Вопрос, который волновал большинство посетителей, это где коллекционер хранит все музыкальные инструменты? Это больной вопрос. У меня специальный есть шкаф, в который влезает, 24, но я уже туда 30 запихнул. К тому же Алексей сам изготавливает гитары. На выставке посетителям разрешается сыграть на музыкальном инструменте и почувствовать себя настоящей рок-звездой. Выставка электронных гитар продлится до 29 ноября. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».